Всем привет. Привет. Продолжаем проходить Guild Wars 2. Точнее, проходить, играть. Пройти вряд ли возможно. Приходи ко мне, я на сеновале. Ничего себе. Ладно, пойдем. Какие у нас планы на сегодня? Мы твою миссию сделали, а где у тебя теперь миссия светится? Я не знаю. Сейчас посмотрю. У меня лично ниже. Нужно у меня идти. В город хотят. В город? Ну тогда ко мне пойдем. Я думаю, нам по миссии рано еще. И еще я предлагаю, знаешь что? Я предлагаю вот этот Битлтун город сбегать. Как ты на это смотришь? Хорошо смотрю там. Там смотрю, может ивенты вот пути какие попадутся. Ой, это по-любому попадутся. Как они тут могут не попасться? Ну да, вот ресурсы еще нашел. Дерево. Так говоришь, как будто уже ивент откопал. Ну, ресурсы тоже по сути ивент. Ага. Так. Мы через низ по дороге пойдем или на срежем что-то? Ну да, давай, наверное, срежем. Смысл по дороге. Мы же тут были уже, как бы. Ну да, согласен. Здесь вообще вон, через горы перешел уже. Уже там, где надо. Ну, наверх за деревом я не полезу. Хотя... Хотя, может быть, и слазю. Так, наверное, было с другой стороны. А, нет, здесь залез. Ты за мной, что ли? Ты за мной. Ну да. Не, ну нормально. Ты, значит, с деревом, что ли? А без дерева? Зачем тебе дерево? Мне вот там не нужно. Ух ты! А? Это что? Это кто? Это желтая? Да. О, я думаю, есть смысл сделать ноги. Думаешь? Ну да, у меня уже вон 315. Мы осу такую же били, помнишь? Да, это бесполезно все. Делаем ноги, валим. Да, валим. Откуда он взялся? Я не знаю. Он за тобой бежит, да? Судя по всему. Не знаю, я не смотрю назад. Нет, он от меня отстал. Ну ты, блин, быстро бегаешь. Откуда он вообще там взялся? Я его вообще не видел. Такого и не было. Был паук зеленый причем. Ну да. Рядом стоял с деревом. Но я как бы особо не парилась с ним. Ну зеленый, значит, не должен напасть. А тут сразу какая-то толпа набежала, а бежать стали. Ничего не понимаю. Так, эвент какой-то. Не, тут написано, что в данный момент все тихо. Да, я что-то даже не писал, что написали, только увидел, что мелькнуло. Внимание. Ой, не тут обратил. Травка справа. Да и не только справа. Ой. И кто-то. А, фермер отдыхает. Справа с него, да. Чуть-чуть. А там дальше вообще поле громадное. С травой. Это в городе. Если оно там леснулось. Там вон весь огород. Засажен. А, у тебя даже видно, у меня карта просто уменьшенная немножко. Точнее, наоборот, увеличенная. Мы тут в прошлый раз собирали, помнишь, как-то провожали. Ага. Капуста. Я буду за тобой бегать, чтобы не определять, что собрать надо. Не, ну нормально. Это не як. Ну, зато быстрее. Че, тебе жалко, что ли? Зато хоп-хоп паровозиком. А,
корова даже говорит, да. Just one more confirmation of how Всё? Great I am. А, деревце ещё. Да. Так. Там висту взять надо. Чего взять надо? Висту. А. Где она, кстати? А, вон он, карта. Сметится, вижу. Это внутри города. Ну да. Ой, все. Ну что, даже прыгать не надо никуда. Так неинтересно. Ага. Что-то он какой-то совсем обкислившийся. Откуда вода льется? Да магия. Уличная. Да. Древняя уличная магия. Ну да, стоят на улице. Чё? Лично? Так, мы не умирали? Не знаю. Нет, вроде нормально. Ну, да, вроде нормально. А вот продаться, наверное, есть что-то? Хотя нет, ничего нету. Thank you. А мы, по-моему, прошлый раз продались. Тут скиллы какие-то дают. Кто где? Что дают? Здесь. Может, Step стоит. Right up, carnival goers. Test your strength against mine and win a prize. Hi. You should join Подраться the с ним надо. You think I'm too old? Judge a drink by itself. Beat me and take home a prize. Чё, Дениш? А, чонка. А, ты про этот поинт. А, это ты с ним что-то там подвлекаешься? Не развлекаюсь, я с ним работаю, можно сказать. Чё он со мной делает? Нифига себе. Сейчас всё покинется. Ну чем там? Фух, да? Ну она бьёт его ещё заодно. Хромой такой, хорошо. Шо, ты по ноге топтал, что ли? Я мечом по ноге, в колено. Все, а тебя тоже засчитали, когда... да? А когда ты его вела дорогу приключений? А! Я случайно. Спасай меня. А это не я, наверное, поговорила. Это этот поговорил. Ну ладно, поможем. Мы добры. А куда он побежал? Это от моего страха он ломанулся. У меня обилка одна. Срабатывает страх иногда у нее. Понятно. Ну, тут одному на самом деле, конечно, с ним не сказать, что прям совсем плохо. Нормально, он вообще ушел куда-то. Ты видел? Он вообще стоял где-то вон там. Он, видимо, не понял. Ой, у них тут это... Театр. Кукольный. Так, пошли. Пошли, куда пошли-то? А, у нас есть тут сердечко. И... Помочь жителям Битлтауна. Битлтун. Чем помочь? Greetings. О, тут надо заходить, что это инстанс. А, кстати, я пытался посмотреть, что там такое. Левел 40. Левел 40. Нет, не надо. Чего ты так вздыхаешь? Ты хочешь сюда попробовать сходить? Нет, не хочу. Я не понимаю, что? Что мне, как мне помочь жителям? А, во, я просто скрыл. Разговаривать, наверное, с ними.
А, у меня тоже скрыто, кстати. Убивать каких-то верминов. Кого очищать убирать? Граффити. И а, надписи помогать карнавалам. Так, надписи я нашел. Я тоже нашла. Молодец. Убрала. Ой, какой котик. Толстенький. Где-то котика тут нашла. Прикольно. Ой, а чем они в пати? Вообще классно. Так, странная какая-то тут компашка, я тебе скажу. В плане компашка странная. Посмотри сам. Их там трое. И справа еще. Третий. Ну да. Интересно, это пасхалка какая-то? Не знаю. Нет, мне у тебя ничего не надо. Thank you. А вот эту зовут Валера. Валера? Валера Дженкинс. А чё хочет? Speak quickly. Не знаю. А, ну это инст, короче. Так и в итоге, так. Я не очень понимаю, как еще мне помогать жителям. Ну я вот улей растоптала. Засчитали. А, во, ты гений. You seem friendly. Я знаю. Good to meet you. А потом вот надпись убрала. Тоже засчитали. Good to meet you. Так, граффити and helping. Так, а карнавал у нас что там? Я тут какую-то девочку нашел или мальчика. Совсем непонятно, а, это что девочка. Мальчик это. Ну, я не обратил внимания просто. Что хочет? Говорит, я невидимая. Да ладно. Я говорю, я тебя вижу. Она говорит... Странно. Нет, она говорит, это плохо, мне надо больше работать над этим заклинанием. А я говорю, старайся, работай больше. Как лидер. О, она бафает? Ну да. Ну не бафает, развивает. Я стал еще более очаровательной. А я более лидерский. Так, граффити. Коты что-то везде сидят в переулках. Еще граффити. Блин, так нечестно ты. Сейчас улей. За меня. Быстрее меня все сделаешь. И что мне делать? В смысле, что делать? Бегать? Я бегаю. Просто мне ничего-то не. О, я вижу граффити. А что она лежит такая вся? Отдыхает. Устала. Да. Да. Еще граффити. Везет тебе. Да ладно, везет. У тебя практически столько же. Не, меньше. Сейчас поднажмем. А что-то вот я ушла, а здесь совсем ничего нет. Норма. Так что. Фредерик. Дальше можешь не ходить здесь, нет. Там, надо смотреть. А меня тут вообще повезло, у меня тут три граффити было подряд. Ну вот, уже обогнал. Немножко. Так, и пчелы еще попались в граффити. Все. Как у тебя там дела идут? Так, попадается что-то чуть-чуть.
Вот ули нашла. А, не застрять бы. Фу. Коты постоянно попадаются всякие. Ага. Дурацкий какой-то. Эвент. Не эвент. Не знаю, как это назвать. Горяк какой-то. О. А кстати, мы же можем, наверное, одновременно делать. Не знаю, может быть. Как с ресурсами думаешь? А, хотя нет. Вот смотри, повернись направо. Видишь меня? Да? Вот иди ко мне. Я понял. Вот у тебя на этой стеночке что-нибудь есть? Нет. Нету. Понятно. Есть, я закончил. Молодец. А я еще нет. Тебе еще примерно 3 штучки. Ну, я думаю, даже побольше. What do you need? Да, дурацкий какой-то. Так. Кучный. Да беготня это. Нет бы дать кому-нибудь побить там. Ну да, это было. Да. Дать. Плаваю. Я ой, тут что-то. Тут граб агрессивный. Ого, рыбина какая. Где руда-то, что-то не вижу. Ай, ко мне краб пристал. И отстал. Нет, ну как это? Интересно, кто у них тут граффити развлекался так? Не знаю, там какой-то карнавал типа идет. Или будет идти. Все, я закончил. Что-то там руду добывал в воде? Да, слушай, тут тоже еще это... ну, помочь можно. Я не знаю, что, давай это тоже сделаем. Сейчас за рудой. А что там, трупы валяются, кто там их? Ну, видимо, как раз вот помочь, резнуть, небось, крабов там поубивать. Так, где руда-то? Я приду. Угу. Так нет, а это я к тебе сейчас приду. Nice to see you. Дурак какой-то. Заново плавает. Не юзается. Кто? Ну, это клетка. Ну, эвент, наверное, надо, чтобы она юзалась. Так у нас и так эвент ну, да. Идет. Неактивно. А почему крабы неуязвимые, я не очень понимаю. Так и задумано? Ему сделать. А что там по ивенту-то? Протект. Защищать рыбаков от агрессивной рыбы и всякой фигни, короче. Ну, видимо, защищать надо только тех, кто на кого нападают. Ловить крабов. Клетки, во, слушай. Их ловить надо, не убивать. И как? Приманивать как-то. А. И вот так, во. Это вообще. А рыбу надо ловить? Не знаю, я такую большую рыбу не стал бы ловить. Сейчас ой, у меня сон напал.
что не подманивается-то? А что столько много этой илок всплывает? Странно. Он его взбивает. И чё за бой? Очень слабое оружие, что ли? Фу. Да не такое уж слабое у меня оружие, нормально по уровню. Кого ты там не можешь выйти? Сома? Тут какая-то бронированная рыба была. Которая? Ну, арморот какая-то рыба. Ее тут нет, я ее не вижу. Краба поймаю. Ага. А почему нам обоим не считается? Потому что негодяи. Мы же в пати, в конце концов. Может, это не считается как-то? Допустим, если близости быть. Ну, иди ко мне. Опять подходит. Давай. Один ушел только. Второй ушел. Интересно, кому. Я что-то даже не посмотрел, считал с нам обоим или нет. Да я тоже лично не смотрел. Так. О, сейчас притащу. Года. Да, ой, сзади еще один. Тащи. Сейчас придет. Ну-ка, юзай. Фиг не считается. А у меня она вообще не юзалась. А, да? Ага. Ну, я один раз только нажал. Ой, ох уж это всякая фигня. Турецкие тоже идут. Ну да, согласен. Но они типа разнообразие. Да какое-то оно разнообразие прям. Натянутое. Я бы сказал, притянутое за уши. О, клетка, иди сюда. Не дают тебе ничего, когда я ловлю. Спрашивается, какого фига тогда вообще? Зачем Кате нужно? Угу. Очень непонятно. Все, мне по идее еще одного осталось поймать и. И все будет хорошо. Чего ты так дерешься, больно? Драк, что ли? О! Вот это арморд фиш. Да, это опять. А тут что-то на меня тоже какая-то хрень напала. Там еще вверх какая-то прыгнула. А. Какая у меня штука такая? Вот это ты бьешь. Я еще пытаюсь. Мне не нравится моя текущая штука. Лучше копье возьму. Ты закончил там да? Уже? Ой, тебе еще. А, теперь все. Все. У меня тут голубь пролетел под батой. Да. Куда теперь дальше-то? А, пошли вниз. Делать мою миссию. Проходить.
Это куда? Покажи-ка. Это вот сюда. Угу. Ну да, далеко. Ну пошли. А давай портнемся поближе, чё пешком-то тащиться. У нас есть куда портнуться? Ну, вот, а, например. Ну да, есть. Да, давай сюда. Поехали. Открыто тут, да? Ой, нас чуть не ждали. Почему не ждали? Ну потому что вон дождик. Гадость какая. Брат, хорошо, свежо. И мокро. Ой. Шел, никого не трогал, блин. Ты по нему почти прошел. Да, и сейчас? Ну близко. Че стоит? Что опять лагает? Ну да. Видимо, по вечерам в нее много очень народу из России играют. Она глючит и лагает. Так, подожди, мы там были? Мы там были, а нам куда нам надо? По прямой. Вот правее, да? Вот здесь ага. Вот. Ага. Да елки, что ж такое-то? Не знаю, прям по горе пройти себе. Так. Здесь жилка. Была жилка. Кентавра, аккуратней. Ой, поздняк. Может, здесь не будет кентавров? Куда они делись? Чё он бегает там? Потому что он ДД. Он тебя кайтит. Я тоже ДД. Щитом. Там, ДД. Ёлки, шо ж ты переливаешь? Странно, я не чувствую каких-то шлагов. Что у меня что-то... Знаешь, периодически вот... Вроде ничего-ничего, а то прям задержка идет на... Это у тебя там кнопку нажимаю, она вылетает только спустя какое-то время. Ну, я не знаю. Это я закрыла, что ли? Не знаю, нашел мне... Добрый вечер. Ну вот я ему тоже поздоровался, решил, ответил. Это что такое? Сундук. Опа-на. Ой. Не понял. Дэвид какой-то запустил. Да. Он из сундука вылез. У меня тут олени какие-то нападают. Ну блин, сейчас я его просрём. Фу. Не делай такого. Мы же приличные. Что приличные? Мы приличные. А с чего вы обобщаете так все? Я приличный. Ой, он там уже, блин, убежал а через него. Ой, это же, это ветеран какой-то. Этот хрен уже убежал вообще, а там... Давай я сейчас всех наврем, что... короче, туда. Да? Да? А этот нам поможет отбиться. Да он уже, наверное, сдох. Почему сдох? Мы его должны резать. А где он? Ты его видишь вообще? Нет. Ой. Если бы они еще не бегали, меня. Ну и где этот? Я не знаю, наверное, он помер.
я таки. Не, ну здесь обычно такие ивентовые не умирают. Не знаю. А где ты ходил-то? Там дальше. Сундук стоял, я на сундук нажала. Он оттуда вылез и ломанулся. Пойдем еще раз. Я думала, что это сундук, а он там прятался. Я боюсь, что он там не прятался, а что его там прятали. На самом деле. Иначе бы стал бы ломаться. Пойдем покажем, где сундук. Да блин, они тут трясут уже так, с такой скоростью. Ну, да, немножко подлагивает. Да ёлки с палками. Мы до него не дойдем. Вот как он с ним будет? Ну да. Видишь, уже опять прискакал какой-то. И вообще он как-то мимо пробегает. Да у них заносит так что-то смешно. На поворотах. Пить меньше надо. Ну, это ненормально. Такая скорость реза вообще. Согласись? Ну, да. И ветеран да, этот уже резко запретил. Ага. Это ненормально. Не зачетом за это. Не, ну они, я думал, просто подстраивали, конечно, под большое число народа, но ведь... Не, ну а как может быть большое число народа? Вообще это все надо было предусматривать, как бы. Идешь ты один или не один, мы уже об этом говорили с тобой. Он, сундук теперь вон стоит в палатке. А, то есть. Понятно. Он в разных местах. Чуть не убили, блин, меня. Так, ну надо его быстро сейчас добивать. О, он тебя там еще на открылся. Я ветеран. Ой, не только ветеран уже. Пусть он там лопается. Сейчас я этого добью. Мне самое печальное, что он сейчас может опять быстренько прятаться. Он опять исполнил. Ага. Так, давай я тогда, наверное, поюзу сундук. Посмотрим этот дейл. Не хотелось бы пропускать, правильно? Ну да, мы такой еще не видели. Ну смотри, что творит, а. Вот. Все, юзаю. Угу. Тишина. Так. Чё? Так, и с этого момента мы начинаем серию записывать в районе 30 минут. Поэтому всем спасибо. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока. Счастливо.